записывается. О, началось. Хорошо. Как там сфера? Посмотрю сейчас. А что ты с ней сделал? Что она так искрит-то? Вот такая, как праздничные огоньки, и огоньки прям горят. Значит, поняла меня правильно. Я сейчас что-то сомневался. Как у нее дела? Рабочее состояние, говорит. Хорошо. Как, сколько диагностов сейчас? Мячиков золотистых. Да, я поняла, около 23 000. Хорошо. Скажи, я это уже сделал, конечно, но ты на всякий случай. А свойства мячика доктору и медсестре? То есть это диагностировать, чистить от программ, да? Чтобы также Заполнить. Энергетику выкачивал говно и заполнял хорошим. Чтобы еще ауру лечил. Да, эти же свойства прописаны теперь и медсестре, и доктору. Да. Соцработник. То же самое. Хорошо. Не, на картинке идет, как внутри этих, ну, программ вот такие шарики появляются. Да, Вот да, раз, да, раз, да, раз. да, да. И когда при соприкосновении с человеком, они сразу... Угу. Ну, то есть увеличение, в принципе, этих шариков, но не настолько... Они, кто взаимодействует, также взаимодействует сразу с этим диагностом. Да, все Да, это есть. встраиваются в существующие садовники. Сейчас выдерну одного. Да, все есть. Парикмахер, он же дизайнер. Да, и этого есть. Он же художник, похоже. Хорошо. Нянька. Да, няньки тоже прописаны на эти свойства. Поливалки. Я так понимаю, это как дальше за фильтр, правильно? То есть они выкачивают всякую бяку, Да, очищают и потом... делают золотым вот так, как Угу. повышают уровень вибрации, Да. энергии. Не просто фильтруют, и как было, так и остается, по сути. А в хорошее. Сама сфера, но она уже такая яркой стала, я ей уже Да, она сказал. уже яркая уже, да. Обе сферы, столбиком то же самое, такие свойства. Ты их как два еще видишь? Но он один должен быть вертикальный. Да, я его вижу как один такой огромный. Я его на всякий случай. Хорошо. А кораблику по три шариком. Хорошо. Малышу покажи, второму кораблику. Да. Всем освобожденным свободным разумом, квантовым компом, бывшим. Да, чтобы тоже прокачивались Угу. и очищались программы чужеродные, все негативное, все, чтобы полностью исчезало. Да, остатки прошлого. Угу. Тебе, мне по три. Чтобы тоже такие свойства были. Хорошо. Системщики. Пусть кабели будут золотыми. Оптоволокно. Да, не будут иметь свойства искажать, они будут выдавать чистую информацию. Психологи. Хирург. Он же программист.
психологу вот сюда вот строился шарик, Угу. программисту вот сюда почему-то, но это Ну, чем думают, работают, да. да. Хорошо. Генералу. Да, и этому вообще как вот сюда вот И внизу. всем войскам. Солдатам на уровне солнечного сплетения как раз этот шарик падает. Пантеркам. Пусть копируют. Да, и пантеркам. Пространство вокруг них будет тоже очищать и держать Угу. чистым, чтобы они в ловушки не попадали. Пусть всем другим пораздают, их сами копируют друг другом. Нюхают друг друга и все. Отлично. Да. Если хомяки не заревнуют от такого обилия всех золотистых. Конечно, заревнуют еще бы. Придется тебе их успокаивать. Ладно. А, смотри, техника наша. Танки, Катюши. Да, это есть, это присутствует. Тоже такое ожидать, такие же Да, свойства. да. Все техники. Можешь флоту кинуть. Пусть позолотятся. Я даже сделал, они матерились. Ну ладно. Повтори процесс. Потому что невидимость это уже устаревшее понятие. Я уж не буду говорить, с какой этим они на меня посмотрели, но приняли. На меня тоже пытались, но на меня сложнее так посмотреть. Снизу вверх как-то. Ладно. А, Трампу, Меланке, всем. Всей команде. Трампа. Да, хорошо. Там принимается. Угу. Символы цельнозора мы это уже делали. А вот теперь объясни сфере, что все ракеты должны иметь свойство при взрыве, вот такое свойство золотое. Чистка пространства на этом уровне. Да. Да, пошла кодировать. Да, пошла она. Немножко ей объяснила, что не корпус золотым делать, а то, что взрывается Да, внутри, вот, да. должно иметь. Взрыв должен иметь такие свойства. Да. Потому что ее первое желание было сделать их снаружи золочеными. Там можно и снаружи, и изнутри. Хорошо. Пусть накачивает много-много ракет, готовит. Пора Танусу щелкнуть пальцами. Война. Угу. Да. Заказ она услышала. Приняла. Угу. Пусть готовит много. И покажи прямо внутри людей взрыва, внутри масонов, лож, эгрегоров всего. Да, показала ли. Пошла бомбардировка. Начиная с Японии.
Да, пошла и уже этими новыми снарядами, потому что на месте взрыва я вижу не только огонь, но и золотистое свечение расходится достаточно далеко. И пошло по всему. Всем генералам то же самое. Стрелять золотистыми снарядами, пулями, солдатам, все остальное. Китай. Да, и Китай тоже. Цель — люди, объединение людей. И пошло весь мир, я тоже показываю. Австралия вся. Где места заселения? Брисбен, Мельбурн. Весь округ Виктория, который сейчас локдаун. То есть это у побережья, я так вижу, Да, да, и низ, правильно? низ, да, в основном. Угу. То, что выжило при бомбардировке твари Роя. Ну, Африка, юг, север. И весь мир. Интересные ощущения пошли. Да, их много, и они золотистые уже разрывы. И как-то по-другому, смотри, если над Японией, допустим, красно-золотистое это пламя, над Китаем бело-золотистое. Почему-то каждая сторона вот имеет другой спектр. Не знаю, чего это, но... Чуть-чуть другая энергетика. Россия то же самое, Угу. как Украина, Европа. Сплошником. Да. Лондон, Ватикан. Особенно папа, его зал. Папа вроде арестован. Там было все выключено. Все компы. Как и итальянский премьер. Кремль. Мавзолей. Сталинские высотки, вся Москва, Киев сама. Ну и вишенка на торте, Северная Америка. Англию я сам доведу до ума. Занимайся штатами. Хорошо. Там прям прицельно вот один возле другого снаряда летит. Да. Израиль, Мекку тоже сам покажу. Хорошо. Интересно, Америка без какого-либо примеси цвета, просто золотой. Там уже все почищено.
Да. Все, что в космосе, тоже посшибать, пострелять такими ракетами. Там много всего. Да, там спутники, какие-то станции, какие-то шаттлы, не знаю, что это все такое. То же самое, ту вторую планетку. Покажи. Да, показала. Взрывами проходит всю планетку и оставляют везде диагностов с докторами и поливалками. Да, потому что она после вчерашних немножко разворочена. Поливалки нужны. Там тоже работает. Пусть генералы показывают целеуказание, пусть синие. Говори синим, находить масонов и показывать сферы для ракеты. Генетику то же самое. Пусть свойства берет диагноста, метчика и работает. Дает целеуказание генералу. Да, он уже понял. И пантеркам. Таможеннику. Мы забыли. Миграционщику. Дали свойства. Скажи сфере всему зоопарку дать свойства. Абсолютно всем. Да, таможеннику я проследила, чтобы это было сделано, а дальше даю ей как полный перечень всех, кто есть, всем, чтобы. И каждый день проводить бомбардировку такую выборочно по тем очагам, где еще есть что-то не гармонирующее, не соответствующее этой энергии. Да. Фу, меня аж как что-то начинает звенеть в спине. Да, еще немножко по Европе, по югу Европы. Англия. Южная Корея, Северная Корея. Сейчас там что-то юг Европы, как щит какой-то. Да, все пробили нормально. Кто-то пытался защиту ставить, или над чем-то стояла защита купольная какая-то. Швейцария. Еще разок пусть пройдется. Корея, Швейцария, хорошо. Корея, весь остров, да? Неважно, северная, Да, да, южная. да, да. Швейцария. Казань, Питер. Нижний Новгород, Тула.
Владивосток, Хабаровск. Да. Как отдельный ориентир, скопление моей силы вне моего тела. Приоритетные цели прям всегда бомбить. В течение полугода. Да. Все церкви. Да, и церкви. Чтобы уж купола реально золотыми были. Эгрегоров не было старых, чтобы не вампирили. Стадионы. Остальное, больницы, школы, это поработаем иначе. Хорошо. Руками. Всплывай.